Машина времени, позволяющая заглянуть вглубь доисторических времен. Во Владимир из Новосибирска приехала выставка насекомых, сохранившихся в первозданном виде в янтаре. Их возраст 40-50 миллионов лет. Каждый экспонат выставки помещен в стеклянную пирамиду, снабженную точечной подсветкой. Увидеть насекомое можно через специальные линзы. Даже в некоторых кусочках янтаря застыла вода и воздух именно того периода. Это очень удивительно, если взять их в руки, то вода и воздух, они двигаются. Эти насекомые жили в период палеогена. Тогда начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. Возле каждого экспоната стенды с информацией о том, как членистоногое могло попасть в янтарь, а также особенности жизни каждого вида. Эта выставка путешествует по всей стране с очень большим интересом, и мы с удовольствием приглашаем всех. Она будет интересна как взрослым, так и детям. Увидеть доисторических насекомых в янтаре можно в Центре пропаганды изобразительного искусства. Выставка продлится до 12 августа. Екатерина Глазкова, Виталий Сергиев, Губерния 33.